Друзья, всем привет с датских полей. Сегодня хотел рассказать вам про этикетку Original Nordman. Многие фирмы в России сейчас обзывают себя по-разному дистрибьюторами, представителями Original Nordman в России. То есть, вкратце хотел рассказать, что то есть, есть 5 фирм в Дании, фермеров, кто запатентовал эту этикетку, используют ее для маркировки своих деревьев. В основном эти деревья идут на немецкий рынок, это знак качества на немецком рынке, можно сказать, хороший. Но на вкус и цвет товарища нет, у немцев свой вкус, у русских свой вкус. Сейчас я покажу вам деревья, именно промаркированные на поле, вот именно этикетками одного из фермеров. Так, ну это поле одного из наших партнеров. Здесь мы будем выбирать ростовку 175-2 в основном. А сейчас я покажу вам деревья, промаркированные этой этикеткой. То есть вот это 175-2, красная этикеточка. Розовая этикетка — это 2-225. То есть для немецкого рынка это идеальное дерево. Оно должно быть с промежутками, чтобы можно было вешать игрушки. Не знаю, ложить подарки, да, видимо, какие-то и все подобное. Вот, пожалуйста, эта елочка тоже. 175-2. Худенькая, конусная, с промежутками. Так, пойдемте дальше, посмотрим, что еще промаркировано. Вот красная этикетка. Ну, вот неплохое дерево. Вот, да, получается тоже 175-2. Вот такого плана деревца. То есть для России, конечно, это стандарт в лучшем случае. Для немцев это супер премиум. Давайте посмотрим здесь. Вот 2-2-25, да, у нас получается. Вот отличный промежуток для немецкого рынка. Вот тоже у нас 2-2-25. Да, елочка, в принципе, неплохая. Ее мы заберем отсюда. Вот, 2-2-25, пожалуйста. Стандарт для России. Но для Европы это премиум. Обратите внимание на просветы. Это стандарт Original Nordman. То есть для России с такой макушкой это, конечно, даже, наверное, третий класс. Наверное, третий. Вот такой вот стандарт. Такой вот премиум. То есть я хочу сказать, что эта этикетка далеко не показатель того, что вам приходит качественная елка. Елку можно замаркировать любой этикеткой, в том числе с вашим логотипом, с логотипом вашей фирмы. То есть вот, пожалуйста, это вот 2-2-25. Да, обратите внимание. Original Nordman. Я не хочу сказать, что елки плохие. Просто повторюсь, на вкус и цвет товарища нет. У каждой стороны свои вкусы, свои предпочтения. На вот 150-175. Обратите внимание, да, то есть вообще здесь. Вот эта елка классная. Мы ее тоже заберем отсюда. В принципе, это неплохая. Тоже можно взять. Сейчас буду проходить, промаркировать все это поле. Так что, друзья, не ведитесь на менеджмент, развод ваших оптовиков. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я вас просвещу по всем пунктам, потому что я занимаюсь елками 20 лет и знаю всю подноготную этого бизнеса. Вот 175-2, да? Пожалуйста, то, что 75-2, да, обратите внимание, какие просветы. То есть это даже, я вообще не стал бы ее брать, да, для российского рынка. Все, сейчас начинаю маркировку, будем забирать сюда лучшее. То есть, друзья, резюмируя сказанное, показанное, еще раз хочу подчеркнуть, что на самом деле дело, конечно, не в каких-то там этикетках или маркетинге, а все дело в качественной елке.
То, что могу точно гарантировать, какая этикетка качественная, это этикетка компании Elkos. Наша этикетка. Если вы ее где-то видите, вы можете быть уверены на 1000%, что эта елка качественная. Я сам лично отвечаю за качество, за маркировку этих деревьев. Я нахожусь в Дании 8 месяцев в году. Я выращиваю свои елки, обслуживаю со своей командой больше 1 000 000 деревьев. Так что, друзья, обращайтесь в нашу фирму, и вы получите самую качественную елку по самой лучшей цене. Всем спасибо.